Призывники засучили рукава, плац полили водой. Так в 30-градусную жару проходило торжественное мероприятие отправки новобранцев в армию. В этот раз саратовские призывники пополнили ряды десантников, саперов, связистов. Больше всего желающих было на морфлот в Севастополь. В этот раз туда отправили 15 человек. Перспективно, красиво. Поменьше. Вообще на море был до этого? Бывало. Пару раз ездил. Красиво, понравилось. Поэтому и хочу еще раз туда провести там службу. Желающих, конечно, очень много в нашей подшефной части Черноморского флота, морскую пехоту и воздушно-десантные войска. Очень много желающих. Но все или направление идет от их состояния здоровья. Там особые требования, то есть никаких ограничений по состоянию здоровья не должно быть. Всего в армию сегодня отправили 76 саратовцев. Это уже завершающая часть весеннего призыва, осталось 8 суток. План по новобранцам в Саратовской области выполнили.